Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 990. Турист прошел 2,7 километров, что составляет 0,1 туристского маршрута. Сколько километров составляет туристский маршрут? Итак, 2,7 километра – это 0,1, или запишем это 0,1 в виде обыкновенной дроби от туристического маршрута, а нам и нужно определить этот туристический маршрут. Если 2,7 – это 0,1, то чему равно целое? Для того, чтобы определить целое, 0,1 которого составляет 2,7, нужно вот эти 2,7 умножить на 10. Тогда мы узнаем, сколько это целое. А целое – это весь туристический маршрут. Ну и для того, чтобы умножить десятичную дробь на 10, мы знаем, что нужно запятую в этой десятичной дроби переставить на одну цифру вправо. Было 2,7, а стало 27,0, или просто 27 километров. И это и есть длина всего туристического маршрута. Вот так, достаточно. Нам остается записать ответ. Весь туристический маршрут составляет 27 километров. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.